Так, и снова всем здравствуйте. Вот башмаки приобрел, а у них беда. Пятки вот здесь подтирает. Сейчас мы будем исправлять. Что для этого нам понадобится? Понадобится нам кусочек кожанки. Можно перевернуть перевернуть и на ножки отлупить все. Примерно это будет выглядеть вот так. Понятно, да? Берем, ставим, ложим кожанку и все ясно, да? Молоток. Берем молоток и пошло дело. Ну этого грому много. У меня есть для этого вот просто доска такая вот, брусочек. На брусочек так вот ложишь. Ну это то же самое почти. Но он пошире. И поудобнее мне, для меня. Так, ставлю. И все, и то же самое. Вот так вот минут 15, ну 10. Конечно, не со страшной силы, без фанатизма. Пробиваешь, в общем, ну суть понятна, да? Пробиваем кожу по всему периметру, где там давило. Потом еще что можно? Берешь перекись водорода и смазываешь эти места. Для какой цели перекись водорода? Я не знаю, но говорят, что помогает. До этого я, вот у меня сколько обувь такая вот была, такая проблема с обувью, я одеколоном. Ну, давай попробую промазать и перекисью, какая нам разница-то. Да, и перекисью промажем. Хуже не будет, поди. Зря же люди не говорят. Значит, какой-то есть эффект. Ну, вот так вот. Будем надеяться. Ну, я уже так делал. Мне помогало. Обстукивал. И одеколоном смачивал. Ну все. Вот такие вот. Чей туфля? Мой туфля. До свидания.